Витюн, это в соло. Играю всю жизнь 24 на 7. Ты бы дал курьеру посрать, если бы он тебя попросил? Александр Левин, Никс, Александр Левин. Так, надо арбузик немного поесть. Я быстро. Ну, у Нави намного сильнее. Нифига себе, Фурион. Не, ну, пока у Нави хорошо. Так, я покушаю. Баунти Хантер, нихуя себе. Это что такое? А, они хотят их бегать по всей карте убивать. Блин, а мне нравится. Ну, смотря какой ласпик будет у Спирит. Ну, очень хорошая игра для Наги. Прям гипер круто. А, это тройка БХ. Да, блин, ну не знаю. Ну, Спирит пиздец, как хорошая игра для Наги. Прям вообще, прям очень хорошая для Наги. Блин, может тыкнуть на Нави? Вот просто чисто, но уверенности. Чисто те деньги, которые я выиграл на Бэтбум, я могу поставить. Чисто полудить так. Че я на Нави поставил? Алло, алло. Прикинь, я нажимаю на твой ник, и меня на сайт Дискорда перекидывают. Забанен ты. Получается, да. Че, как тебе драфт? А, поздравляю. У Нави пиздец что-то, да, необычно. Ага, у них вообще. Ну так фри для Наги. Ну вот посмотреть на Нави героев, они могут убить героя, только если Тини даст Эвеленш и Тос. Ну или если раскачаются жестко. Не, ну и если они прям пиздец будут сноуболить с линии, это понятно. Ну, я думаю, что Спирит типа фри для Наги, но я на Нави так, ну... Спирит прям абсолютнейшая фри для Тимбера. Прям абсолютнейшая фри. В смысле, его вообще здесь ни один герой не убивает. Да, но они еще играют, хуёво. Ебать. Ну вот, ФБ на рейтинге. Проебали. Не, чё, коллапс хорошо играет? Ну это да. Чё, ты, кстати, ожидал, что так просто будет? Что так перегровки просто пройдут? Нихуя не ожидал. Я думал, знаешь, там раунда 2 будет, блядь, всего. А там же по кругу было, могло быть или нет? Ну да, да. Если мы типа 1-1-1 сыграли, то мы бы хуярили дальше. Ну, они же только с гира бегут. О, бегут. Торонт еще убивать. Это единственное, это. Почему они взяли виспа? Потому что у него 30-й висп, его банят. Вы же да сами банили. Я понимаю, у нас сегодня перед каткой в конфе тоже кто-то про БХ говорил, что типа чувак этот играет. Ну у него он золотой, понял? Это какая-то реинкарнация Фаника. Глеба Липатникова, помнишь? Это заготовочка. Так мы же против него недавно играли. Ну, блин, это хорошо на самом деле. Вот, смотри, летят на нагу, ебаную. Найс. Где слип, да? Вот сейчас скажут комментаторы. Ай-яй-яй. Мы скажем? Ну, я бы не брал слип на ноги, нахуй. Я бы никогда в жизни не взял слип. Будешь вздохнуть. Если что, я не качаю на ноги слип никогда до 15-го. Я сетку в 4 возьму, но слип не возьму. Мне вообще пух. Знаешь, когда я беру слип? Когда ты на вражескую тройку идешь, типа, качаться. Вот он и там может помочь. Типа, ставишь опсик. Это нахуя? Вот челы тебя идут убивать? Да. Ну, так они думают, что у тебя есть слип, а у тебя сетка в 4, знаешь, на соло-килл любого героя на карте. И все, это... ты один соло-килл получаешь на наге, получаешь 600, блядь, и все, игра заканчивается. Ты кстати, ну, сегодня пиздец на Джаггере камбэкнул, у тебя там супер все хуёво было вообще. Так ебать линия, они меня в спине, видел, перебивали? То есть, у них линия, блядь, чел просто нажимает вампирик, они меня просто вдвоем запиздили нахуй в крутилку. Слушай, ну Нави темпует, даже несмотря на то, что... Да это похуй. Ебать морды у Нави. Четкие. У Лехи, кстати, четкие. Вообще, они против вас имели вообще ебанутый вижн постоянно. Да? У вас вообще, у вас был один вард в их лесу, а у них, короче, стоял вард в миде full time. И все горки, короче, в вашем лесу. Ебать, кстати, вот, видишь, они герои, им героя убить сложно, вот Дайр, видишь? Ну и Рэдиант сложно убить героя. Да, тут такое. Вот как-то и тем сложно убить героя. Подожди, а у тебя какой? Нага делает вид, что это иллюзия. Так. Ебанешься. Это развел? Ядора. Да, развел. Он сделал вид, что это иллюзия. Вован побежал за другими иллюзиями. Но я не уверен, что это было, типа, осмысленное действие. Так, ну тут Вован сдох, чё. И Висп сдох, походу. Ну да, чё-то не знаю. Так, Лейс, разменим. Сейчас можно коллапс. А, у него коллапса полстики. Ну, коллапса пиздец он. Хотя, и сейчас шурикен. Да, убьют по треками. Да, убьют. Не, ну по трекам забить размен. Ебать. Я убьет, потому что... А, нет, это второй шурикен. Смотри, он в Аганим попёрнул. БХ собирает у нас Аганим. Типа, БХ всегда на релокейте, да? О, коллапсы стянули на ТП. Так, Рил. Во, сейчас хорошая драка для Нави. Вот, Рилу. Летят Рилу. Бля, ну этого не убить. Или убить. Ебать урона. А у него худ есть? А он без худа играет! Он без худа! Сейчас. Он играет! В смысле? Не попадает сейчас. Не, ну в смысле, клаку хотя бы. А почему? Ну клаку у такой драфт с левой не купить, не? Не, у него есть клак. Но я имею в виду, что... Клаки достаточно. Да я не на ПЗ. Типа... Ну... Но при этом, я думаю, играет он хорошо. То есть, фармит и так далее. Бать, Лёха. Ебать, охуенно засыпало. Ой. Если коллапс убьет. Там есть тос.
Ой, сбил он еще. Вот, кстати, как раз таки у БХ есть пут, и он из-за этого, ну, типа, прям реально, ну, выживает. Да, просто героя, для дайра убить героя, это пиздец, сколько надо сделать. Я вот просто фру не шарю, поэтому, парни, не могу ничего сказать. Лучше кроме... Ну, спирит потерянный, потому, что он играет. Прям вообще, спирит прям вообще потерянный. Но они и по драфтам, знаешь, у них, вот они не шарят силу своих героев. Да у них вообще еще что-то с индивидуалкой тоже. Ну, против да вас, ничего, например... Да? Да ладно. У тебя все просто. О, Дум увезет? Да, увезет. Никто не собьет. Это Свенштронг. Это он, ебать. Потому что он про шары допер вообще, это красавчик просто мега. Только линию могли потрахать. Вован, ты что, потерялся? О, Леха летит. Вовану помочь как-то что-то, нет. Вован потерялся немножко. Так, ну мир умрет. Ну и Леха умрет. Да, и Леха умрет. Ебать. Вот. Ой. И шарик, да, пошли, как расконтролка. Ой, у него гоним, у него бога. Расконтролка старого бога пошла. Ебать, он ебет на бухая. Так а че, у тебя же ты пьешь. Или не ебет. Сейчас кинет, шурикен убьет. Блять, ну дай тостовый, дай сначала ульт. Он... Маны нету здесь, ебать. Арканы, представляешь? О, нихуя себе. Он убил на Фурионе. Убил на Фурионе нагло. Это Витюн, это в соло. Это называется соло. Это стримы до хака. Да, но все равно для спирита охуенный файт. Они убили всех. Файт для спирита. Они убили всех вообще. Ты его не жмешь, правильно? 0-2-12, Вован, ёпчас. А, так, мне Вован спойлеры кидают. Представляешь? Только мне не говори. А он знаешь, что говорит? Не надо. Давайте напишу в телегу. Бля, ну ты же... Я хочу не знать это, пока не досмотрю. Ну давай. Я пишу. Я не смотрю. Вот там видим, миди коллапс сейчас убьют. Ой, ебать. Ебать, сочно засыпал. Так тут, походу, все. Точно засыпал. Ром, пиздец, а нахуя ты это, блядь? Нахуя ты спойлишь? Или ты наоборот next level делаешь? Мы ты так... Сань, ты пока не проверишь, ты не узнаешь. Я не буду проверять, но я вижу, что они рошаны. Да, чем-то пахнет очень жестко. Говном пахнет, точно. Для спирит. Да они в пиздец в форме, я не знаю. Я просто видел, как Висп четверка ебет на несколько раз. Ну конечно, он же выгоняет. Шарами. Да, по старому богу. Так тут еще нахуй, с плэшем хуели. Ты хоть раз видел, чтобы старый бог ноги проиграл? Хоть раз, блядь. Кстати, реально, мне кажется, на кор виспе ноги невозможно проиграть. Ну вот, я про это имею в виду. Не, ну тут 6000 преимущества у Radiant. У Dire, ну, очень мало шансов. Так, коллапс. Погоня за коллапсом, Вован промахивается гречей. А нужно, чтобы застанил даунбрейкер. А, ну все равно хватает урона. Да не, ну без худа, ну... Никуда не выгони, ничего. Думаешь, не хватает, да? Ему? Булочка, ну да. Конечно. Так тут кетчинг по всей карте происходит, если что, нереальный. Да, он уже... О, он сейчас нагу поймает. Да-да-да, он понял, какая настоящая. Да, но это лейс. Это лейс с крабом. Бля, я бы сейчас ебал лейс, только не с крабом. Не с крабом, все. Крабом не люблю. Но я люблю лейс... Я люблю лейс макс, получается, со сметаной и зеленью, рифленая, знаешь. Убили путь, Алик, молодец. Рифленая? А, я понял, которая. Ну, рифленая, которая самая дефолтная, понял? Я понял. Ну, с сыром неплохие. Ну, у тебя, конечно, такой специфичный вкус. Я помню, когда чипсы с сыром никто никогда не хотел есть, типа. Самый, типа, хуёвый вкус. Я помню, что у них вот этот хит, это краб какой-то. Не нравится, краб. Ну, хуйня. Ну, я по чипсам не спец. Вот с красной икрой были лейс ёбнутые раньше. А сухарики три корочки с томатом застал? С томатом, ну это что? С томатом. Три корочки именно прям так назывались, да, с томатом и зеленью. А там был какой-то соус внутри или нет? Бля, вот не помню, кстати. Там, короче, был с дымком. С дымком застал? Там Аеги Сутини. Ему хуёво, его... Да, его просто убили. Но я не знаю, не буду драться, там брейкер ульт 4 секунды. Ебать там так, ой-ой-ой. Увезёл, это Шведенстронг. Это Шведенстронг. Тут всё. Два байбека, цапов моментально. Дали Дум Фуриона. Но он просто, он же развернется, убьет его за 2000, не? Да. Решил просто убежать. Ну так тоже по нормально. Треками, пиздец там бабосне. Да. Ебать, Шведенстронг. Все умирают. Ну, это вообще... Да, Сань, ну как-то так. Красавало. Ну теперь я понял, про что ты в Телеграм писал. Кстати, у тебя виза есть? В Америке. В процессе. А, то есть у тебя не, ну, ты делаешь новую, да? Короче, я понял. Не, ну у меня, да. Я думал, у тебя была просто это. Не, ну у меня она закончилась, та, типа, которая еджишная еще. Не, ну Нага, который бил Банта Тараска, она никогда в жизни в дот не выиграет. Ебать, в тюн. Мипошку видит. Попер. Мипошка все. А он без бая.
Это вот по трекам он получил пиздец. Там нереальное количество золота. Так этот Буха реально что-то охуенный, если честно. Я вот так смотрю. Он кидает вот эти шурикены, и у него нетворс просто ебанутый какой-то. А ты, кстати, за Китаем следишь? Вот спирита? За Китаем сижу, да. Кто там жёсткий? Я смотрел, как там LGD вот састых вчера рубили, сидит, когда это было. Да, вчера. Так, я Тора с Тараской, но все равно его перебивают. Это шанс. БКБ от Тюна на префайр. Ух, ибо что за рейндж? Это что такое вообще? А это с гроубоу рейндж такой, Сань. Не, я имею в виду, из прутов ты видел? Ну да, да, из-за гроубоу. Блин, ай, молодцы. До этого Ван еще на спаде так ебет. Это что будет дальше тогда? Это так и Леха вон с аганимом уже с локетом. Да тут не проебать. Третий макс. Ну его даже бафать некого. Ну, третий 100%. Так третий имба ебана. Да, да. Из-за третьего спала Марси пикают. А нахуй тогда брать Марси, если тебе бафать некуда, да? Пиздец вообще. Попадос. Ну вот, типа. Так, деревья поперли. Да тут, Сань, тут уже въеб. А вот и слип. А была бы сетка 4. Интрига умерла уже давно. Леха. Еб. Ладно. Да и на самом деле, ну просто, не знаю. Да, интрига давно умерла. Просто спирит хуёво играет. Блин, на самом деле там интересные переигровки будут сейчас. Где? Там будут... там Пари Геймс? Будет, ну, Пари Парни против Майн Геймс там будут рубиться. О, и Фтюн еще нашел ядра. Вот так вот. Спрашивают, ты бы дал курьеру посрать, если бы он тебя попросил? Как попросил? Типа на коленях? Много толчков, знаешь. Нет, если бы у тебя был один толчок. Нет, ну именно в свой я бы не пустил. Почему? Только я в свой никого не пускаю. Шум. И мать даже не пускаю. Короче, у меня была ситуация, где меня курьер попросил в туалет сходить, я тоже не пустил. И теперь меня за это хейтят. А я вообще не понимаю, это же нормально абсолютно. Ну то есть да как нет, бы, ну, я Саня, еще и стримил. От тебя... Ну от тебя, конечно. Это же вообще, ну типа... А если бы он еще и запретку сказал? Прикинь, Сань. С толчка там орал бы просто, пока ты в наушниках сидишь и не слышишь. Ладно, ну тут уже ГГ, 30 тысяч. С пингом там играл, короче. А, понял. А у вас... Ты, кстати, сегодня с утречка я видел стримил на Твиче. Розыгрыш какой-то у тебя был. Да, на 10 тысяч человек, нахуй, видел. Ебанить. Чё за призы был? Видел, там писали, что что-то серьезное. Ай, ну, ты вот когда будешь участвовать? На ссылку надо было нажать всё-таки, да? Нет, я никому рекомендую. Я вот тоже что-то... Я тоже что-то вот как-то перехотел. Подумал, странно. Ну да, но заело было нормально у меня. Ты всегда стрим перед переигровками назывался. Конечно. Блин, ну Лейс разъебал. Факт. И Швиден. Да все разъебали, пацаны. Швиден Стронг тоже стримит. Он же стримит каждый день. Я, кстати, если что, по-моему, паблика 8 регнул до этих переигровок. Он вообще какой-то трудяга нереальный. Я зашел к нему на стрим, у него написано: «Играю всю жизнь 24/7». И походу это, ну, не для красивого словца, а по факту. А у тебя 3 туалета? Да. Куда, блядь? А, ну ты уже с ремонтом брал, это не ты ремонт делал, получается, да? Не, я делал ремонт. И ты просто решил 3 туалета сам сделать, или как? Ну, их было 3 просто. Но у меня типа были готовые туалеты только. Остальное все я делал. Короче, ты купил квартиру с 3 туалетами и сделал ремонт, правильно? Да. Я зашел в эту хату, мне сразу понравились эти туалеты. Я решил, все вберу. Ну да, с курьерами у меня пока проблем не было. Слышно, ага. Слышно. Ну можно, конечно, получше, чтобы было слышно. Да, вроде норм настроено все. Че? Вован, ну, важный вопрос. Давай. Вот смотри, ты заказал поесть, да, например? Вот. Да. К тебе пришел курьер с едой, и вот он тебе говорит, типа, извините, а можно я у вас, ну, по-большому схожу в туалет? Ты бы дал? Не знаю. Честно говоря, типа, все зависит от момента, понял? Если тебе захочется, но в целом это как-то слишком. Нет, реальная ситуация, если что, без рофов. То есть, я знаю. Реальные события. Ну, не знаю, это типа, если у тебя настроение хорошее, то ок. Но сейчас ситуация такая, знаешь, не дефолтная, скажем так. Да, да, она. Я не знаю, как я бы поступил. Александр Левин, Александр Левин, Александр Левин, Никс, Александр Левин. Александр Левин, Александр Левин, Александр Левин, Никс, Александр Левин.